Хорошее освещение, правильная вентиляция, современное покрытие на стенах и полу, которое удобно дезинфицировать. Так сегодня выглядит эндоскопический кабинет детской областной больницы. Капитального ремонта в этом помещении не было больше 3 десятка лет. И в последнее время медучреждению пришлось даже отказаться от проведения эндоскопических исследований. Помещение не соответствовало современным стандартам. Сейчас кабинет возобновил работу. В чистом помещении, в светлом, в красивом, ну, легче и обследоваться. Вот. То есть и настроение у больных, я думаю, что поднимается от этого. Средства более 700 тысяч рублей на ремонт кабинета эндоскопии выделила компания «Новатек». Она не первый раз приходит на помощь детской больнице. Несколько месяцев назад эта компания также за счет собственных средств приобрела для медучреждения 5 кислородных концентраторов. Аппараты обеспечивают пациентов дополнительным кислородом и жизненно необходимы недоношенным детям. Такие малыши проводят в больнице по 4-5 месяцев. Сейчас, благодаря новому оборудованию, этот срок можно сократить. Ведь аппараты портативные, и их можно использовать в домашних условиях. Приборы выдают родителям недоношенных малышей во временное пользование. А в планах медиков и компании «Новатек» еще один очень важный и нужный проект. В 2019 году мы будем делать на базе нашего конференц-зала большой телемедицинский центр, оборудовать его соответствующим образом и экранами, и аппаратурой, которая передает информацию. И с главным федеральным учреждением нашей Российской детской клинической больницы будут проходить консультации на регулярной основе и обучение специалистов. То есть у нас появится вот такая возможность консультироваться с более опытными нашими коллегами московскими по трудным случаям и уже более оперативно решать вопросы лечения детей. Мария Головкина, Эдуард Еремин, «Вести», Кострома.